подкрашивает, он это фиксирует. Первый дождь, перца, он опять. И вот уже в течение стольких лет, у меня просто, вы понимаете, они сейчас все выписываются, что у вас все в порядке. Приезжают, и у нас приезжали, фиксировали, даже мы приглашали к нам в квартиру. Они это все фиксируют, потому что там АТАС, просто АТАС. Там, это все. Ну, приехали опять, подкрасили. Ну, вот здесь фасад. Внутри-то нет, фасад они подкрасили, опять уехали до первого дождя. Первый дождь у нас, это все смывается. И у нас это повторение, повторение идет. Я разговаривала, а Наталья, как я после ремонта, у меня уже ее телефон есть. Я уже звоню ей напрямую, просто на все. Она говорит, лучше не пишите заявление, потому что я понимаю, они отчитываются и все остальное. Напрямую, я ей напрямую. Дождь, полилось. Она приезжает, она пригоняет. А что они туда залетают? Они сказали, у нас, от того, что каждый раз у нас крыша не попадает, как мы эти все сделали. Первые, так скажем, заморозки, у нас покрывается все льдом. А дальше надо бомбить, потому что сосульки. Но приехали, они бомбят, этим пофиг. У нас, мы живем под открытым небом, можно сказать. У нас сказали, что сейчас там звездное небо. Поэтому у нас тут пока не времен холодов, а то вот так. Да, 24-го. 24-го. А точно? Понимаете, куда ехать? Уже туда съездили, посмотрели, хотя даже старая Степенкова сказала, что жена на месте разговаривала. А, Мила Викторовна. А, да. Мила Викторовна. Хочешь, малыш? Маленький. Где твоя мать? Почему у вас ограждение ограждено здесь? Ох, сейчас наградим. Как? Да, вы тут проходите. Это не авария, это строительство. Ну, нормально, видите, еще. Вот так. Вот рыжий, рыжий, видите? Рыжий, рыжий. Рыжий вот этот. А-а-а. Я не заизолировал, ничего. А вот здесь часть. Строительство города Курьяс. Не можете, ходите тут, по что целым. Что это мы здесь находиться не можем? Где у вас ограждение? По целым. Дай кормить. А вы выбирайте, а вот и вы сами стоите. А куда мне? Пойти работать. Ну так, ходить. А вот нету денег потратить, находить такую работу. Деревяшечкой
Это кабель электрический вот к 34-му дому. Они... Эти работы... Обошел? Нет, там можно пройти. Там вы тоже не внёшь. И говорят о том, что это... Oops, I made a kiss.